Добрый день. Хочу показать вам мои бегонии. Все бегонии купленные. Ох, какой ветер. Сажала я их в этом году и покупала клубни тоже. Размеры некоторых очень впечатляют меня. Смотрите, какие стволы у них. Я даже подумала, что в следующем году я вот эту красотку посажу в горшок побольше. Рядом с ней белая. Купала все в одном магазине. Цветут они все лето. Здесь у меня желтая ампельная вот такая. Она росла, цвела, но решила почему-то опустить немножко поникающие свои стволы. Буквально недели три назад. До этого они все стояли вертикально, стволы. Здесь у меня вот такая алая красавица. Я просто влюблена в нее. Она тоже цветет все лето, просто без остановки. Ну вот в этом горшочке здесь у меня белая. И я сделала ошибку, посадила. Мне хотелось замиксовать, попробовать красную в этот же горшок. Они висят в подвешенном состоянии, отлично цвели, процвели. Никаких вопросов, они такие достаточно простенькие, но смотрятся они так очень симпатично. В групповой посадке, скажем так. Поэтому через неделю перестану свои красавицы поливать. Перестану их поливать, буду готовить к просушке. И к выкопке бегонии, конечно, буду выкапывать, наверное, клубни. Вот еще одна красавица моя, белоснежка, вот с такими стволами. Наверное, вот эту я отчеренкую, попробую что-нибудь сохранить. Буду проводить опыт, буду показывать. Если вам интересно про цветы, про готовку, про нашу жизнь в Дании, подписывайтесь. У нас много интересного. Спасибо за просмотр. Хорошего всем дня.